Здравствуйте, с вами на связи Виталий Господарский, администратор сайта hypermoney.yukos.ru. На своем сайте и вообще в интернете я уже публикую не первое видео, и многие видео довольно-таки оказались интересны пользователям. Это очень приятно, и спасибо вам за внимание, за активность и за письма, которые я получаю. Сегодня я хочу рассказать о сервисе, который действительно достоин внимания многих, который действительно платят своим пользователям довольно-таки хорошие деньги за выполнение. И при этом сервис не требует никаких практических затрат по времени, как это требуют те же почтовики, как это требуют рекламные какие-то сайты, MLM, распространение ссылок. Тут все намного проще. И зарплата действительно есть, и оплаты, ну, по меркам интернета довольно-таки нормальные. Сервис Social Tools посвящен эффективной, видите, рекламе в социальных сетях. Если у вас есть какие-либо странички в социальных сетях, то вы можете стать человеком, который будет выполнять какие-то определенные задания в этом сервисе. То есть кто-то будет просить вас, какой-то рекламодатель будет просить вас поставить какие-либо сердечки, либо там вступить в какую-то группу, и за это вам будут начислять определенные какие-то рубли. Задания стоят тут от 1 рубля до 50 рублей. То есть, видите, довольно-таки внушительные по меркам, опять же повторяю, по меркам сайтов заработки в интернете массовых, это довольно-таки хорошие деньги. Конечно, миллионы долларов тут заработать, как и в других сервисах, будет сложно, но заработать на какой-либо себе голос в социальной сети, либо на какой-либо апгрейд в аккаунте в играх, ну, тут практически, не практически, а тут довольно реально и за короткое время, в отличие от тех же почтовиков, где вы тратите значительно больше времени. Для того, чтобы в этом сервисе работать, вам, естественно, нужно зарегистрироваться, заполнить свой профиль, в профиле добавить те социальные сети, в которых вы состоите. Я добавил в свою очередь ВКонтакт и Facebook, то есть остальное пока я еще не добавлял. Скажу честно, я не довольно активно занимаюсь заработком в социальных сетях, вот в этих. Лишь захожу изредка ради интереса. И на моем счету уже есть 12 рублей, видите, и 4 лежит на рекламном балансе. То есть 16 рублей. В целом я выполнял задания такие, поставить всякие сердечки. Выполнял я минут 20 в целом от силы. То есть ни час, ни два, ни день. Просто зашел, посмотрел, что есть, добавил там, поставил какие-то действия, выполнил определенные за короткое время и получил эту сумму. То есть, видите, это уже практически больше голоса. В профиле у меня есть Facebook, да, и ВКонтакт. Возможно, добавить больше. Больше будет заданий. Дальше смотрим. Есть тут биржа. Биржа заказов. И на этих биржах заказов как раз-таки вам и предлагают какую-либо работу за определенные деньги. Давайте посмотрим, что же они себя представляют, эти биржи заказов и вообще эти заказы в целом. Скажу честно, вот есть у меня ВКонтакт, да, еще раз повторю, еще есть у меня Facebook. И ВКонтакте заработки довольно-таки какие-то они, задания посложнее будут. Стоимость у них может где-то и хорошая. Посмотрим внутри еще раз. Подробнее. Вот видите, есть поле статус. То есть что-то делать со своим статусом добавить. Есть поставить какой-то лайк. То есть поставить какое-то сердечко, да, где-то. Или пост опубликовать на свою стену. Давайте посмотрим теперь Facebook более подробно. То есть, видите, ВКонтакте задания какие-то они не очень мне нравятся. В Фейсбуке значительно они лучше. Рассмотрим, что же у нас там есть сегодня. Опубликовать статус мне нравится, опубликовать заметку. Мне больше нравится в Фейсбуке поставить лайки. То есть, смотрите. Видите, заданий довольно-таки 3 страницы по 1, 2 рубля есть по 4, по 3, ну и
так далее, тут всякие. Допустим, выполним прямо на ваших глазах сообщество в Москву. Москву. Как же его я выполняю? Краткое описание. Нужно перейти на страницу в Facebook, оставить лайк. Лайк ставится навсегда, его нельзя снимать, к нарушениям будут применены санкции. Аккаунт должен быть живым прокачанным. То есть вы видите, живым прокачанным. Это значит, что должно быть сколько там друзей добавлено. Так, сейчас я поставлю лайк прямо на ваших глазах. Переходим на эту страницу, которую мне сказали. Вот, мне нравится. Это и есть поставить лайк. Нажимаем. Мне нравится. Но смысл в этом. То есть вы нажали «Мне нравится». После того, как действие это выполнено, вы переходите назад в Social Tools. Нажимаете «Участвовать». Вот. Да. Подтвердить то, что мы выполнили. И вот площадки. То есть, если вы... Так, теперь вы являетесь участником заказа отправки лайка. Вот, можно отправить лайк на проверку, если вы выполнили. Смотрим. Еще раз нажму, что-то не срабатывает. Вот, сработало дело. Переходим назад в Social Tools. Все, я поставил. И отправить лайк на проверку. То есть, вы видите, я уже не помню, сколько это задание было. Ну, 1 или 2 рубля. То есть, буквально за каких-то пару минут, даже за минуту, идет лайк на проверку. Идут 2 рубля капают. По-моему, очень все просто. Также в этом проекте действует реферальная система. Что она себе представляет? То есть, если вы регистрируетесь по моей ссылке, которая, возможно, будет под видео, либо ее вообще не будет в присутствии, это будет видео на каком-то другом сайте, но неважно. То есть, вы регистрируетесь, переходите по чьей-то ссылке. Регистрируетесь, и вы становитесь рефералом того человека, который вам эту ссылку предложил. Ваши заработки от этого ни на копейку не изменятся. Перейдете вы либо по socialtools.ru, либо вы перейдете по какой-либо реферальной ссылке чужой, ваши заработки, еще раз повторю, не изменятся ни на копейку. Но если вы станете чьим-то рефералом, ваш реферал, реферер, то есть человек, который вам давал ссылку, возможно, будет вам помогать в проектах. Точно так же делаю и я. То есть если какой-то пользователь регистрируется по моим ссылкам, и после этого обращается либо внутри аккаунта, вот видите, вид серфинг. Можете писать письма внутри аккаунта по этому нику. Обращайтесь, то есть я могу помочь, прокачке ваших аккаунтов в социальных сетях и вообще заработать.